Виталик. Всем привет, дорогие друзья. Да, это по-прежнему Сайфу и Амфетамин. Сегодня мы посмотрим игру Serious Sam. Да, и не первую, не вторую, это третья. Крутой Сэм 3 на ваших экранах. Приближаемся к периметру. Начать сканирование. Сканирую поверхность. Активность ничтожна. Что? Нас сегодня никто не ждет? То есть зачем, может быть, поменять, да? Внимание, да. Вижу цель на 2 часа, идет к нам. Держитесь, у нас гости. Ого. Ё-моё! У меня день рождения, я по уши в дерьме! Я сейчас должен нюхать кокс и трахать девчонок! Надеюсь, Толден принес мне тортик! Так, Альфа, слушай меня. Фигом, серьезный. Группа Браво ученого в старом музее Каира. Однако с 9.00 они не выходят на связь. Ментал хочет изжарить землю, а мы тут статуи охраняем. Типа нам кого-то найти надо, да, сейчас будет? Ученые знают, как раскочегарить ключ. Нам кого-то найти надо будет или что? Может быть. Брехня. От науки пользы нет. От пушек есть. Да похер. Логично. Есть там что или нет. Браво сидят одни. Рвем туда, меняем им подгузники и домой. Если вдруг залипнем, наша главная задача, профессор, мысль ясна? Как дерьмо Гнара. Родригес. Видал? Не было этих ментов. Нас видно. Ухожу из-под удара. А, видно. Рвем вправо, держись. Уходим, уходим. А чё я? А чё один пишу? Это ты упал, Виталь? Это одна заставка для обоих. Микрофон, мистер. Итак. Ты встал, я валяюсь. Такой ты тут. Шоколад. А я как выгляжу? Я вот не помню, как сделать, чтобы это... другой экран. Ну, ништяк. Так, чё, погнали, да? Я знаю, сейчас тут что будет. Так, крутой сэмпл. О, кью! Опа! А я... Да. Она выглядит поприкольнее, чем вторая немного. Ну, да. О, топор. На чё брать-то? А, всё, я взял. Кувалда. Так. Погнали. А что, надо весь город пройти? Стоун, это Квин. Я не помню, тут надо мы чуть-чуть дальше. Мы получили сигнал о помощи. Что у вас там? Ладно. Вертак в хлам. Пойдем. Я в паре кварталов от него, выдвигаюсь так к Альфе. Так это девчонка. Стоун, сколько раз тебе говорить? Пристегиваться надо! А я желтенький, да? Да, такой желтый нигер. Если кто-то хочет посмотреть, как я выгляжу. Как и положено! Сейчас. Где-то там застрял! Держитесь, я иду к вам. Понял тебя. Вот как ты выглядишь. Ништяк, ништяк. Че, погнали, короче, на балкон. Да, короче, сюда. Смотри, я тебе сейчас покажу какой-нибудь секрет. Нам не тут пожить. Ого. Травишка. А, тут здесь бегать же быстро можно. Ё-моё. Да, в натуре. Погнали вниз. Почему в зеркале не видно отражение? Ладно. Погнали, так. Чё? Да я там немножко застрял. Стой. Смотри, сейчас тебе покажу кое-что. Пойдём. Ой, сейчас я его прикончу. Блин! Сейчас, смотри. Где? Чё ты меня так мерцаешь-то? Не здесь. Сейчас, смотри, иди сюда. Покажу кое-что. Вот, да, тут. Ну? Сейчас, стой, отойди, смотри. Да? Секрет там вышел. Был. Идем дальше. Чё-то под землёй ты забыл. Там куда-то вот сюда вот-то. Нам там где-то за стенку вообще. Чё-то я тебя не вижу. Что здесь по кругу бегаю? Ты чё, я тут уже убежал оттуда. А, точно. Пойдем. Ого, вот это вот тип. Фига он. Он чё так посмотрел? На тебе! Что? На! Кусок говна. О! Это мой! Мочи.
понимаю. Вообще, здесь должен еще один пойти, по-моему. Тут так же, как и во второй части, огромное количество всяких секретов. Ай, вот еще один. У меня же висят дубины. В этой. Ох ты какой! Пойду-ка я его, пойду прикончу. И куда тело делось? У меня лежит. Размазанный. Мне тут кровяк видно. Куда мы идти? А, вон, пойдем. Мини-секрет? Да. Ай, туда он там бежит. Ой, блин, я сбегался. Пойдем нам в этот развалин, давай. Тут где-то есть секрет еще. Родригес, я сказал, буду через минуту. Это Джонс. Родригес. Камикадзе? Я помню, кто такие, да. Черт. О, тут сокровища. Ой, Виталий, мы пришли туда, где чувак прошел. О, парень какой-то фиолетовый. Пойду-ка я его прикончу. Он меня что-то пуляет. Виталь, ты где? Иди сюда. Да я тут сейчас. Смотрю. А, что-то я не понял, откуда я выбежал. А, вон оттуда. Пока. К мусорке зайду. О, медикаменты. Отлично. Здоровье. Че, погнали? Идем, идем, идем. Что это такое? Так, ого. Сверху, смотри, сверху. А. Какой-то инопланетный корабль. Как здание рушится, да? Так ушло просто. Так, куда нам идти? А вот. Чё-то я нашел. Это будет, а вот типа сердце. Ой, я... О, сердечко. Иди сюда. Давай его, давай его. Нам сюда, да, куда-нибудь или куда? Да, куда-нибудь тут. Что-то нашел я. О, пистолет, отлично. Где, 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 где? Экстра лайф! Что-то сейчас было? Это я какую-то фигню взял, там экстра лайф. Пойдем, о, перемастусару. О, кто-то бежит! А где бегу? Камикадзе где-то бежит. Вон он. А, вон он. Ему надо в этот, в бомбу попасть, наверное, и будет нормально. Я так думаю. Нифига тут народище. Найден секретный двор с граффити. Ой, на меня это бежит. Ой, я вот завалил. Как ты пинаешься? Так. А, точно, на Е. Ай, может, что будешь прицеливаться? Пойми, так нехило шмаляет. Ай, бегу, бегает, бежит, бежит камикадзе. Мы с тобой в эту поиграем немножко, и как бы мне кажется, нужно сравнить вторую и третью, какая
получше, хотя бы по первому впечатлению. Да, третья Микашка лучше будет. Ну, она как бы, конечно, по графике, там, по вообще по виду лучше, но мне кажется, геймплей все-таки поприкольнее, так и у второй. Может быть. Ну, это вообще по идее кому как. Странно, что-то я ему в бомбу стреляю, что-то не взрывает. Ой, нашел броню, шлем. Тут так все резко в этой части. Поворачивается резко? Да, так прям. Быстро. Ага, у меня тоже как-то резко. Ой, на меня бегут. Прям около меня взорвался. Ну, красавица. У меня есть пистолет в крови. Бывай. Ты где есть-то? Да я тут где-то бегаю. А, вон ты. Так. Ой, отвали от меня. Откуда? Ого! Такой музон пошел. Ого, блин, как мне выбраться? Давай. Давай. А че же за... Ой, я умер. Че еще за мной бежали? Ага. Хрен. Давайте быстро пробиваем. Я ошибся. Какая тачка перепрыгнула. Че за музон? Ого. Стреляй в одного и взорвут остальные. Какой у меня пес весь. Крабишка. У меня красный, да, тоже. Ладно. Ой, опять бегу. Что-то все брезаюсь, я что-то прям... Фонарику сюда. Так, стой, давай, короче, это... Эту серию закончим. Это был Serious Sam 3, Сайфу и Амфетамин. Всем пока.